Очищение организма луком. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Геннадий Рожин. И сегодня я вам дам рецепт, как использовать репчатый лук для очищения своего организма. Всем известно, что лук обладает антибактериальными свойствами. А фосфорная кислота, которая заставляет нас плакать, когда мы режем лук, при попадании в кровь очищает ее, выводит токсины из внутренних органов и убивает все бактерии и микробы. Итак, нам для процедуры потребуется репчатый лук, который мы нарежем пластинами, и пару чистых носков. Итак, процедуру делать лучше, но на ночь, чтобы нам не испытывать какого-то лишнего дискомфорта. Итак, нарезаем лук пластинами, ложим их на подошву ступни, одеваем носки и ложимся спать. В китайской медицине есть убеждение, что ноги, а особенно ступни, находятся в сильной и прямой зависимости со всеми органами человеческого организма, благодаря так называемым меридианам, которые проходят через все тело. Таким образом, если ставить на определенные зоны ступней вот эти дольки лука, мы будем воздействовать на те же органы. Схему расположения этих органов и точек на ступнях я вам дам на следующей картинке. Итак, друзья, на этом все. Используйте эту методику и пишите в комментариях свои результаты. До следующих встреч. Пока-пока.